волейбольном центре прошел ежегодный областной фестиваль «Город для мам», устроителем которого традиционно выступает общественная организация «Супермамочки» Одинцова. В этом году клубу исполнилось 5 лет. Для нас очень волнительная такая дата, потому что не каждая общественная организация может такое количество лет продержаться, просуществовать. И сегодня для нас очень знаковое и долгожданное мероприятие. Это наш фестиваль «Город для мам», который проходит в нашем округе уже 4-й год. И сегодня в нашем волейбольном центре вновь счастливые, радостные мамы, папы, дети, бабушки и дедушки. Движение «Супермамочек» – одно из ярких, самобытных объединений, которые существуют на пространстве Одинцовского городского округа. И здесь отрадно, что охвачены многие сферы социальной жизни нашего округа. Это и занятость мам, это и дополнительное образование для детей, это и помощь, когда мамы попадают трудную жизненную ситуацию. В насыщенной программе фестиваля, как всегда, было много сюрпризов и семейных активностей. Это конкурсы и дефиле, разнообразные мастер-классы от лучших детских центров, бэби, бьюти и фотозоны для мам и маленьких принцесс, фудкорт, большая игровая площадка с аниматорами. В консультативном секторе вела прием по вопросам опеки Наталья Снегирева. Сегодня мы приняли решение еще поставить свой столик и, возможно, найти людей, которые готовы принять ребенка в свою семью. Я хочу сказать, что наши замещающие мамы, как мы их называем, замещающие родители, они входят в эту ассоциацию. У нас есть мамы, которые занимаются, так скажем, регулярно и с энтузиазмом, а есть мамы, которые посещают мероприятия со своими детьми. И год от года, раз от раза, таких мам становится все больше и больше. На сцене практически непрерывно выступали артисты. Также порадовали гостей фестиваля детские коллективы и театральные студии. Организаторы постарались доставить удовольствие всем мамам. Самая большая очередь выстроилась у стенда с натуральной косметикой, где представительницы прекрасного пола могли сделать маски для рук, пока их дети выбирали понравившийся аквагрим. Мы рисуем аквагрим, а также для мамочек мы можем предоставить, нарисовать мехенди на ручках. Вот. А также, это пока мамы наши ждут очереди, мы для них делаем масочки из натуральной косметики. Еще один стенд вызвал огромный интерес. Большой, похожий на скафандр костюм, привлек внимание каждой гости. Мы представляем одну из наших процедур, это процедура пресс-терапии, которая, в принципе, да, позволяет мамочкам привести после родов свою фигуру в порядок, улучшить ее состояние, также общее состояние организма. В этом году непосредственное участие в организации проведения фестиваля «Город для мам» принимал около 1000 человек. Вместе с гостями общее число участников форума превысило 4500. Нила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».